Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo, перед нами Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве настроить запись экрана. Для этого мы свайпаем по нашему экрану вниз, свайпаем еще разок и видим нашу запись экрана. Она находится вот в этом месте, она может быть в разном месте, можете пролистать где-то в сторону. И зажимаем этот пункт. После чего мы здесь видим настройки записи экрана, можем выбрать, откуда на нашем видео будет браться звук. Можем настроить качество видео, например, его увеличить. Настроить размер видео селфи, а также хотим или не хотим, чтобы во время касаний на экране видео показывало, где вы касаетесь. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.